Всем привет, дорогие друзья подписчики, а также гости этого канала. В этом ролике хотелось бы вам рассказать о самых громких и неожиданных и бурных романах знаменитостей, о которых, возможно, вы слышали, а возможно и нет. После развода с Иваном Житковым у Татьяны Арнгольд в 2014 году был непродолжительный роман с Григорием Антипенко. Сын Любови Полещук Алексей Макаров также жил гражданским браком несколько лет с Екатериной Семеновой, актрисой. Но они расстались. Светлана Светикова и Гарик Харламов. Они встречались с 2000 года по 2002 год. Сосопов Лиашвили и Ирина Понаровская встречались в 1989 году. Екатерина Семенова и Иван Житков встречались в 2006 году. Ирина Апексимова и Валерий Николаев. Эта актерская пара были женаты с 1989 года до 2001 года. Уршула Магдалена Малка и известный актер Данила Козловский были женаты с 2008 года по 2011 год. Известный теннисист Марат Сафин встречался с Дашей Жуковой. Встречались они в 2004 году. Известный фигурист Алексей Ягудин и певица Саша Савельева встречались с 2007 года по 2008 год. Марика и известный хоккеист Павел Бюре встречались в 2002 году. Сергей Астахов и актриса Елена Корикова встречалась пара с 2011 года до 2013 года. Анна Чиповская и известный певец Алексей Воробьев. Эта пара встречалась в 2008 году. Юлия Рудберг и Алексей Кортнев. Они были женаты 10 лет, потом расстались. Елена Корикова и Марат Сафин. Эта пара встречалась в 2006 году. Известный хоккеист Александр Овечкин и певица Жанна Фриске. Эта пара встречалась в 2006 году. Певица Надя Ручка и певец Александр Маршал встречались с 2006 года вплоть до 2012 года. Татьяна Геворкян и Иван Ургант прожили 5 лет в гражданском браке. Актеры Алексей Чадов и актриса Оксана Акиньшина встречались в 2001 году. Эти отношения были непродолжительными. Певица Наталья Ветлицкая и певец Влад Сташевский встречались в 1994 году. Актерская пара Олеся Судзиловская и Данил Спиваковский прожили несколько лет в гражданском браке. Актеры Анатолий Руденко и Дарья Поверенова встречались с 2007 до 2010 года. Также актерская пара Равшана Куркова и Артем Ткаченко были женаты с 2004 года до 2008 года. Вот такая подборка у нас сегодня получилась. Всем большое спасибо за внимание. Если вам понравился ролик, ставьте пальчики вверх. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, ведь подписка вас ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я вам желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких. До новых роликов, до новых встреч и всем пока-пока!